Нашел мини-фигурки щенячий патруль. Надо брать. Раз, два, три. Возьму, взять или три? Давайте три возьму для начала. Если вам понравится, куплю еще. 200 рублей. Тебе 20? Нет, мне 21. 2021! С Новым годом! Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и увидел я на распродаже в Детском мире по 199 рублей вот такие мини-фигурки Щенячий патруль, серия 6. Смотрите, тут Щенячий патруль какие-то мутированные, как могучие рейнджеры, у них есть суперсилы. Я до такого сезона не досмотрел, называется Щенячий патруль Charged Up, типа новый уровень. Да, по-моему, типа новый уровень называется. Итак, мы открываем сегодня три коробочки, и бонусом открою, это старая коллекция, мини-фигурки, они вообще типа по 130 рублей, тоже распродажа в Детском мире, вот такой пакетик. Ну, давайте начнем с вот этих мини-фигурок, серия 6, здесь сразу же нарисована вся коллекция сзади, вот они, и, скорее всего, коллекционная бумажка здесь будет на месте, давайте откроем. Пакетики по размеру прям точь-в-точь, как Майнкрафт. Жду, когда Майнкрафт фигурки будут по 200 рублей распродавать. Надеюсь, это случится когда-нибудь. Так. И... Ой, коробка как-то плохо открывается. И все. То есть я открыл коробку, и все, и там больше ничего нету. Просто пакетик. И что же внутри пакета? Написано, что это перерабатываемый пакетик. Вау! И это Райдер, да? Похоже на Райдера, смотрите, у него лапка на шлеме, щенячий патруль, и он летает. Это космический передолет Райдера, SML Вьетнам, сделано во Вьетнаме. Кстати, не в Китае, а во Вьетнаме, то есть игрушки должны быть качественнее. Вау, супер. И я еще заметил, что тут есть коды, которые не повторяются. Вот они, вот эти. 352, вот это вот все. Поэтому, если хотите, чтобы у вас все было без повторок, старайтесь выбирать, чтобы вот эти коды на коробке не совпадали, чтобы они были разными. Я выбрал с разными кодами, но, возможно, этот лайфхак не будет работать. Ладно, давайте Райдера убираю в сторону. Открываем следующую. Шип. Надеюсь, здесь хотя бы не будет повторок. Давай, без повторочек. По красоте делаем. Коробки приятные. Только зачем вот здесь вот этот... Зачем здесь светофор нарисован на коробке? Кто знает. Так, ну я уже чувствую, что это что-то другое. Что-то другое. Вау! И это гонщик! По-моему, это гонщик. Смотрите, и он огненный. Огненный гонщик. У него... Огонь из лап горит. Слушай, это какой-то не щенячий патруль, это мутанты патруль, это люди X патруль, или это мутированные собаки патруль. Вот. Вот. Кстати, смотрите на канале Закупыч игрушка патруль. Есть такая рубрика, плейлист. Ну, смотрите, они прям подходят друг к другу, прям два братана, одинаковые с лица. И следующее. Если будет много лайков, и вы будете писать много комментариев по делу, типа, вот, мне понравилась такая-то собака, в общем, нормальные комментарии, то мы купим еще, попробуем собрать всю коллекцию. Потому что интересно собрать всю коллекцию. А, кот. Вот такой кот сейчас будет. Вот он. Открываем. А на той коробке, давайте я сразу коды покажу в камеру, чтобы потом, когда я пошел в магазин, я мог посмотреть свое видео. Вот такой код. И чтобы не было повторок. Если, конечно, лайки будут. Но мне кажется, как всегда, ничего не будет. Хотя, не знаю, вроде как у Щенячьего патруля много фанатов. Даже Фикс Прайс сделал адвент-календарь Щенячий патруль шоколадный. Вау, это мой любимчик. Посмотрите. Правда, я забыл, как его зовут. Крепыш. Это Крепыш. Посмотрите, у него щечки, как у меня прямо. У него это шлем пилота. Ноль. Так, ну тут код Вьетнам, опять же, написано, и ТВС СМЛ, СМЛ делает компания, и почему-то у него из попы растут кристаллы, он как ежик, а, это из лап у него, типа он настолько крепкий, как алмаз, это алмазы, скорее всего, да, алмазный щенок, очень круто смотрится, ребят, не, фигурки офигительные, за 200 рублей брать можно, дороже нет. Жалко, что они, у них ничего не двигается. Если бы еще голова крутилась, это было бы вообще круче свитбокса. И давайте откроем теперь маленький пакетик вот этот, который, ну, это старая коллекция. Они уже давно продавались. И что это? А там еще что-то есть? Смотрите, тут коллекционная бумажка.
То есть раньше были вот такие пакетики, видите, с щенячьим патрулем. Я даже не знаю, кто это. Кто это такой? Кто это? Это какой-то худой пес. Опять же делает СМЛ Китай. Вот это делала Китай. А теперь их делает Вьетнам. И можно посмотреть всю коллекцию. Так, вот вся коллекция. А, они еще подразделяются, видите, на разные сезоны, разные серии. Есть суперредкие, у которых качается голова. Видите, три суперредких щенка, у которых качается голова. Потом есть обычная коллекция. Вот у меня обычный Зума мне выпал. Есть Sea Patrol, типа патриоты какие-то. Потом Супер Пупсы, типа суперверсия. Есть от Resquire. Что это? Я не понял, что это такое. И пупсы какие-то еще. Bad Time. А, типа они дома. Типа спят. Спят в кроватке. Слушайте, это приколюха. Я бы лучше вот таких пакетиков купил. Здесь выбор намного больше. Но по качеству вот эти фигурки мне нравятся больше. И смотрите, они даже чуть-чуть побольше. Не, вообще по качеству принта вот эти фигурки круче, а по большому количеству выбора вот эти пакетики. Я бы эти пакетики еще бы поискал бы где-нибудь в интернете и купил, потому что прикольно собрать всю коллекцию. Тем более классно было бы, если попадутся супер редкие. Вот, а на этом все. Я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и смотрите видео, какие еще игрушки есть про щенячий патруль в детском мире. Сейчас я вам покажу. И вообще в детском мире очень много щенячьего патруля. Смотрите, есть вот такие машинки. С главными героями, на них жмешь на кнопку, и что происходит? Что, они вообще ничего не умеют делать? По-моему, они ничего не умеют делать. Странно. Также есть вот такие фигурки. Видите, тут какие-то они с суперсилами. Они вообще здесь отличаются от себя. Это улучшенный мутированный щенячий патруль. Слушайте, щенячий патруль превратился в могучих рейнджеров. Есть еще вот такие фигурки поменьше. И с одеждой, видите, у него разные насадки. Смотрите, у него есть типа, полный комплект брони на себя. Стоит такая штука 1100 рублей. Еще тачки щенячий патруль. Здесь можно что-то сжать, и какая-то пила выезжает. Вот тачка. Маленькие машинки, большие машинки, которые могут двигаться. Пишите в комментариях, какая машинка есть у вас. Смотрите, это прям собирается мотоцикл в машину. Они объединяются между собой. Здесь летучие голландцы. Еще тачки, в которых можно посадить щенят. И есть вообще огромный набор за 6000 рублей. Вау.